Ну а российские спецслужбы на чайку. Оперативники проверяют информацию о готовящихся терактах в России по сценарию Ниццы. В зоне риска центральные улицы городов и места большого скопления народа, в том числе площадки, например, у концертных залов и спортивных комплексов во время каких-то крупных мероприятий. Террористы-одиночки могут готовить нападения не только в крупных мегаполисах, но и даже в небольших городах. Для атаки боевики могут использовать как грузовые, так и легковые автомобили. Сейчас специалисты Центра противодействия экстремизму МВД и ФСБ работают над тем, чтобы предотвратить теракты. В стране усилены меры безопасности, увеличено количество патрулей в местах массового скопления людей, в том числе в метро. Вот если москвичи могут обратить внимание, на многих центральных станциях у входа дежурят минимум 2 сотрудника и чаще всего с собаками. Вот сегодня видела как раз на станции Кропоткинской такой патруль. Я напомню, страшный теракт в Ницце был совершен 14 июля, погибли 84 человека, более 200 пострадали, и около 80 до сих пор остаются под наблюдением врачей. Атаку в одиночку совершил выходец из Туниса Мохаммед Бухлель. Он протаранил толпу отдыхающих на набережной во время празднования Дня взятия Бастилии. Как выяснилось позже, теракт он этот готовил почти год.